В областной филармонии состоялся праздничный концерт «Минын Казахстанным», посвященный празднованию Дня Республики Казахстан. На мероприятии аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев наградил выдающихся специалистов разных отраслей за вклад в развитие региона. Концерт открылся исполнением гимна Республики Казахстан. Его исполнили детские коллективы «Шабыт», «Краш» и «Камертон» областной филармонии, а также хор департамента полиции Восточно-Казахстанской области. Далее приветственное слово произнес аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кушербаев. Он поздравил восточно-казахстанцев с праздником и уделил внимание масштабным реформам и проектам, реализованным в стране за последние годы. Сегодня Казахстан – это страна с сильной системой государственного управления, стабильно развивающейся экономикой, активным внешнеполитическим курсом. Уважаемые соотечественники, все достижения нашей республики – это свидетельство сплоченного и созидательного труда всего общества. Наша слаженная работа и сплоченность дают возможность уверенно, с оптимизмом смотреть в благополучное будущее. В этот праздничный день желаю каждому из вас успешных начинаний, процветания и мира. Пусть каждую казахстанскую семью придет счастье, а стремление к новым победам открывает новые возможности. Аким Восточно-Казахстанской области вручил государственные награды гражданам, внесшим вклад в развитие различных отраслей. Награждены выдающиеся представители сфер экономики, промышленности, здравоохранения, образования, культуры, науки и спорта. Одна из награжденных орденом Курмет – Валентина Шершнева. Следующий год станет для нее знаковым. Ровно 50 лет на службе в сфере здравоохранения. Последние 23 года Валентина Шершнева работает врачом ультразвуковой диагностики. Я работаю в Катон-Карагайской районной больнице. 75-го года, 49 лет. На следующий год 50 лет будет. Работала терапевтом, завотделением, заместителем главного врача. Потом переквалифицировалась во врача ультразвуковой диагностики. Вчера позвонили с областного акимата, это было неожиданностью. Эмоции, как говорят, зашкаливают. Я не ожидала, что так очень, сказала бы, прекрасно. Приподнятое настроение, поэтому, наверное, буду еще работать, сколько позволит силы. Такой прилив энергии. На церемонии награду вручили Владимиру Муравицкому, театральному актеру с многолетним стажем. За свои 40 лет службы в театре он внес значительный вклад в культурную жизнь региона и был удостоен медали Еренин Бегуйшин. Я хочу от всей души поздравить весь Казахстан, всех зрителей Казахстана. Мы встречались по всей республике. Желаю всем счастья, здоровья, а самое главное – хорошего настроения и больше улыбок друг другу. После церемонии награждения сцену наполнили яркие выступления артистов и ансамблей Восточно-Казахстанской областной филармонии. Талантливые музыканты и актеры погрузили зрителей в атмосферу праздника.